Представлены ласты Omer Stingray, флагман семейства Omer. Очень популярные и продаваемые ласты. Бюджетный или среднебюджетный вариант. Пластита изготовлена из низкомодульного полипропилена. На ней мы видим отлитые фабричным способом гидродинамические гребни, которые должны удерживать воду на этой ласте и направлять ее назад, не давая скатываться на бока. Относительно легкая калоша изготовлена из компаунда. Жесткая подошва обеспечивает наилучшую подачу усилия от ноги ныряльщика к лопасти, а более мягкий верх обеспечивает комфорт во время многочасового плавания. Нога не пережимается, не мерзнет и не болит. Широкая калоша и размер 49-50 позволяют надеть толстый носок, не разрезая галошу под шнуровку. Наплыв сзади калоши служит для того, чтобы ласту можно было снимать более корректно с ноги. Обладают вполне приличными гребными характеристиками. При желании можно заменить съемные пластиковые лопасти на стеклопластик или карбон. Omer Stingray наилучшим образом сочетает качество и цену. Эти ласты представляют собой хороший выбор как для начинающих, так и для опытных подводных охотников и фридайверов.